Опять пушка эта упала. На боссе. Все, подойду. Томас на боссе воет на слизни. Я могу и слизни подержать на тебя. Не-не-не. С тебя слизни будет. Типа я ЛПшкой промажу, все, пить. Да давай я на боссе постою, что ты паришься там? Бегай со слизнями. Тебя будет проще сорвать. Так даже их... С кого, с даже меня? Если... С чего ты взял? Вот смотри, давай. У тебя в рейде 2 на пула. Хант, ты даете с пула на пул и посмотрим, кто сорвет. Можете даже не давать на пул. Ты один рогай дай на пул, а Хант пускай бьет. Ну давай. Ради интереса. РЧ на пул на баф, все стоим под жопой у босса. Так кто на... Вешка? Я на шарах. У нас на медведях, медведь на боссе, на медведь. Так, у тебя ж рунка не тратится, все равно пофиг, что промазал. Думаешь, секунду. Секунду это важно. Ну, если что, таунт. Ждем Юлю. Либо ЛП, либо таунт. Это вы так под жопой стоите у него? Скажешь, когда, блядь. Блокировка, встаньте сюда, РДД силы. О, кто-то. Понятно, Флубер. Покликал, по-моему. Давай Геру шаман. У меня 50 секунд есть или если что. А как будет, Даша? Мне, у меня тоже прожимок нет. Мне, говорит, дай. Да, у тебя воля пропнула. Тем более, давай стерю быстрее, блядь. Ружье у тебя. Бля, что, в лужу встал, что ли? Только хп-шку можно. Томас, как отходится даже. Что там по угрозе? Напулить? Не надо, надо. Да нет. Нормально все. Ну, у меня только 70%. Липучка, вонючка. Ну, сука, клюется еще. А ты плюнь ему в ответ, ты умеешь. А горите урона мало, блядь. Два стака на слизняке только. Уже 30%. Бля, на мне будет эта штука. Мало вас, идите. Меня убило. Большой забери. Он зато гроз кинул на шару. Томас. Ну я забираю, пытаюсь. Ну да, он там выебывается. Ты стака. Ой, на мне малый. Ебать. И вкусно. Ну уж мне вылупился после смерти. Да. Давай. Ну чё, топ мишка, ебать. Угу. О, кистевое тоже на НХ топ пойдет. Скорость РПП, о. Ну, правда, РПП не надо, но скорость есть. Я просто на танковании собаку съел, как бы на четырех танках на всех. Он в основную руку, в правую? Кости да. Две руки беру щиты, короче, и бью правая, ну, все, руку про товар, прикинь. А, откройте вентиль. Я кручу. Ой, сейчас на профе будет, блядь. Ух! Хуйня всякая. Что поделать, если я знаю, что как там чего много просто. Ждем ханта. Погнали. А у Шреддера есть? А, ну по-любому есть. Выходи, Сахо. Тут, кстати, в плане агро мишка. Ой, ой, не зашел. Помянем. Помянем. Ну, кроме Фроста, конечно, спека танка.
Хотя в любом чем заливать? Я его, короче, не заливаю. Повыше подними. У Мишки один минус по сравнению, но он как вар. Ему нужно, чтобы его пиздил кто-то, чтобы ярость была. Помянем Сахо. Если Мишку не пиздят, у него и нет агро. Ничего не будет. Ну а мейн танк, по сути, его всегда пиздят. Стартовое агро у него есть. Верса. Еще 25 обычку начать приодеть его, здесь четвертый шмот. Не агро, надо где-то мобов убить. Ой, а уже нет агро. А нет, все уже. Ресните вара. Еще волшебный один символ поставить. Все. Он встал. Все же будет ты в Абаме, а это ДК на будет. Там у тебя же ДБМ есть. ДБМ-то есть, но он там ебаный, типа, задержкой секунды 4. Главное, смотри, когда колба будет где-то из секунд 10 до них, ты уже повел сюда, понял? Сюда повел, отвернул и... 7 хватает. А вы как хотите, типа, с билики тут? Ну, под зеленым. Понял. У нас 3 милика. Тут вариантов нет, тут миликов много. Окей, все. Да-да-да, я поставлю сейчас. Вар прибежит. Клуберс, ты в курсе, да? На красного не бежишь, пока он не выберет цель. К зеленому сбегаешься. Сейчас Варда бежит, будет прибыть. Откуда это уже сказали? Ну да, когда откинул, подожди там, пока выберет цель. То... О! У нас были ситуации. Саша, слово-то. Откинуло, тело на него бежит, бить его же выбирает и его убирает. Ну да, да. Я тоже так. У нас была крутая ситуация. У нас последний слизень остается красный. Десятки. И Фурик у него дает чардж, да? Да. Я его видел 100 раз, блядь. Вот это было вообще красно. И он выбирает это. Причем он выбирает его еще до того, как чаржнулся. Выбрал, и этот дает чардж, он понимает, что это было. Не, у нас эпичнее было. Вот, ну, я лично один раз чаржился. Прям он, сука, я уже чаржусь, и он меня на середине чаржа выбирает. Пиздец. Ну и мне скажу. На полный баф. РДД хилы вот здесь состоят, где изначально. Где роботы. Саха, чего не хватает. Оля, 3000 отзывов. Быстрая доставка. Надо ДБМ на 5 секунде выпить. Томас Фул до 6. Мне. Пошел там. Как удобно в Мелисоне все. Еще чуть подведи. Вроде так. А, да, хорош. Что ж вы там не переводите его, блядь? 84%, смотрите. Ладно. В зеленом свечнулись. РГД в зеленого. Он сейчас переведется. О, как я отпрыгнул, вы видели фэншуй, блядь. Слезоточивый газ кидает. Понял, от зеленого отошли. РГД переводит зеленого. Милики уходят в босса. Сейчас добьем нахуй. 60 кп, блядь, 2000. Бам. Пельмени аккуратнее сейчас будут. Уводи опять туда. Угу. Химическая бомба. Да, ставь и разбирай. Пельмега, пельмега, в лицо милики.
Отводи. Просто он не хочет. Для ДПС просто дохуя. Красный выливается. РДД с вещами из красного. Пельмень, аккуратно. Шреддер, на тебе. РДД бейте в красном, пока милик стоят. Милики в красном. Милики в профа и РДД добивают. Бля, я... Бля, ну не уследил, я понял, как бывает. Ну, блядь, как-нибудь уведи его. Все, стой, хорош. Пельмень. Бежим. Я стою. О, зелененький пошел. Уводи, Томас. Да-да, уводи. Уводи, уводи, Томас. Зеленый умили, пистолет. В смысле, уводи. Химической бомбы еще поднять. Там сейчас полбу будет разворачивать. А кто это? Луберс, отлетать к столу. Па. Пельмень летит. Пельмень аккуратненько. Полбу выкинул. Опа, пельмешки отскочили. Томас, дай истерика. Угу. Томас, уводи уже под полбу. Угу. И разворачивай, там держи. Красный пошел. РДД в красном, свечи, пельмень, пельмень. За профом не бегайте. Лучше уж убегите куда-нибудь в другую сторону. Томас, дай истерика, если не встаешь. РДД, убивайте красного. Убиваем. Томас, как зеленого будет выпускать, уже уводи. Уводи, Томас. И разворачивай. Милики в зеленого. Милики в зеленого. Бля, опять у меня отпрыгнуть умею? Не, не могу отпрыгнуть. Милики в профу улетайте, РДД добивай. Уводи, Томас. Помню. Стопаем, ждем красный. Никто профа не бьет, стопаем. Никто профа не бьет. Могли перейти. Ждем красного. Не надо. Еще лучше. Красный выливается, ждем красного. Пока выберет кого-то. Клуберс, бей профа просто в соло. Никто больше, кроме Клуберса, профа не бьет. Ждем. Клуберс побежал на тебе, красный. Клуберс побежал. Вэлл, свичнись, профа, переводи профа. Вэлл, профа, свичнись, переводи. А сколько процентов? Пельмеха. 35, переводи быстрее, бей его просто. Попробуй лучше всё выйти. Быстрее, быстрее, обамыч, блядь. Блин. Сука. Ладно, хуйня. Лужу эту, главное, успел выйти? Ладно. Ведем куда? Влево, вправо? Под часовой. У стола лови медведь. Медведь первый. Геру, давай шаман. Ученики? Так, подожди, а где мы тусим? А, вот в этом. В шамане, короче. В лицо главное, да? Да, в лицо милики, бейте. Будет, как будет 5 стаков, скажешь. Та-та-ра-та-та-та. Аккуратнее, милик, сейчас полбы должны. Пельмеха, блядь, слишком близко стояли, пизда нахуй. Уйдите оттуда, РДД, если вы перейдите вперед перед лицом. Бля, ну я пельменя поймал, нахуй, короче. Бомбы. Ага. Давай это в кучку мы соберемся с вами. Настроишься? Уводи. Забирай ДК. Шреддер, давай по войду диван. Пельмень. А как он отхилился? Как костерей будет, Драш? Проводи дальше, нас зажмет. Уводи из угла. Еще. Уводи. Еще. Шреддер, где, блядь, диван попал? Я был уже, я его резнул. Не видел, не видел.
Пельмень. Сколько стаков, Томас? 4. Дай прожимку, вот забирай до конца, держи. Моя мана кончилась. Блять, что-то не забирается. Бля, мне надо к вам идти, нахуй, походу. Юля, дай гимн ХП, если есть. Да, есть. Нету, на ману дала. Пойди, отойди, химическая бомба. Да сейчас добьем уже. Блять. Нормально, давайте, 200к, блядь. Все, убили, блин. Вал, кинжал, смотри. Как я и говорил, блин. Ну да, надо было на роги идти. Так, я могу, конечно, врубить дух стаи, но у меня 4 эти пропали, блядь, на экране. Два раза колбы заслакал. Ну, так и есть. Я колбу в третьем, и там близко стояли. Пели отбежать, а я... Ну, реакция мангуст. Куда бежим? Сосед. Шаман с хантом на сферках, остальные будут играть. Да чё, кто на двух, кто на одном? Я на двух. Тебе проще будет. Ну там не вариант было не поймать. Там все поймали, по-моему. Детонка неправильно у вас была в этом там. Ну как я считаю? Было вперед выходить. Ну да. Либо вести просто профан будет. Ты про чё, про 25 опыт? Не, про сейчас. Про сейчас, а. Да он, мы близко стали к профу в рейнджевики. Бабки начнем. Да, бабку хуярьте себе. Отожмите у нее пенсию, блядь. 5 бабушек, блядь. Проездной. На автобус. Тройку отожмите. Мы ваших московских штучках не понимаем. Он зато хапал на Елте. На Елте. Чё поели? Пельмени. Навернул всю сытый. Это да. Чё, трапу надо? Не надо. Стойте все здесь. Томас, Медведь, Юля и Холи Паладин наверх. По черепу шакую дашь, Юрис. Крест мы убивать будем. По трусам дашь корни. Квадрат напугаешь. Пуляйте. Томас, веди вниз крест. Лолу. Сука, вот почему? Ну, не нравишься ты ему. Ну, там колбы. А может, наоборот, нравишься. Бля, да вы его убьете, пока я это, короче. Давайте следующих уже тащите, кроме бабки. Ну, вот здесь стоит квадрат. Квадрат заберите. Ну нормально, тут тусим. В смысле, что за дерьмо? Юля, аккуратней, толстые жопы не скажи. Чё ты его вниз спустил? Ну там уже бабка рядом, она даже в контроле дела. Бабка рядом, и ничего да, не надо. Боб, нет, бабл. Бля, тупая. Ну дала, видишь, как я говорю. Тащи уже эту бабку. Колдуй бабка, колдуй дед. Ты серенький медведь? Я медведь. Я это слышал. Только правда не серенький. Серенький. Раз и другую надо было. Ну, опять все спустились, кроме тех, кого я называл. Кроме бабки. Где мои бабки? Сучка? По черепу шакал.
крест будем бить. По трусам корни. Квадратно пугает, блять. А вниз следи. Только не. Только горит не меня. Только не меня. Выбери меня. Бля, чё бью по 2000? А, я... Медведь, если можешь, другого уже тащить. Успел. Он, блядь, как петух с соковой стоит. Видишь, чё, в страхе. Тома, забери его сейчас. Так, а там урон морозина. Забери Томас, пожалуйста, блядь. Ради кого? Христа ради, да? Он на мне. Ну да, лейтенант. Давайте врываемся в этот ебаный. Да. Бабку? Давай треугольник отпиздим, пусть бабка поживет, заберите. Пусть бабка. Бабка. Антилопа, да бабку доебать. Колдуй, бабку, колдуй. Я пиздил. Чё, пиздили бабку? Чё, говорит, до бабки доебать? Ну ладно, всё. Да пожилая, ну, хорош. Толкается? Пожилая бабка? Не, пожила. Отжила своя. Короче, тактика сюда, остальных расконтроль. Ой. Топчик, ладно, топчик. Знаешь, как моя бабка говорит? Напугай, пожалуйста, понял. Ага, спасибо. Она горилла понял, чем дед старуха. Эй, блядь! Нихуя себе. Получил пизды. Я встань. Ты выебывался? Это за бабку было. Это дед был, блин. Шапла! А, ну уже можно так. Чё, кого бить будем? Ахуй его. А я бью почему-то командиром, мне кажется, кто-то другой бьёт. Хуй. Да, нахуй. Весните. Весните, бедолагу. Да, я бы не рисал. Чё реги тратить? Спасибо. Хорошо. Ставлю рыбу. Дайте рыбу порой. Так, на мне какая-то херня висит еще. А, ну что. Кушайте рыбу. Смотрится. Смотрите на ДК на одном, да, я правильно помню. Да. Да. Смотрит такой там фласка на себя в атаке такой. Ну, мне какая-то херня висит, берет, снимает. Видит баф каски там, смотри, какая-то херня висит, блядь, снимает. Чё-то как-то бред, блядь, не нужно. Да нормально. Смотри, я каски не вижу на роге, дай, пожалуйста, каску. По роге. Спасибо. Так, РЧ на пол на баф, шаман, хант на сферу, все остальные играют. Или с этого вообще никто не играет. Я бы играл. Нет, у меня кружка вар, блядь, по-любому, а у Ешки ебанёт. Адекватно. Играем долго по двум правам, понятно? Вэл, я еще не такой профессионал, как ты. Сейчас сыграем надежно. По-любому сферы разбегутся, я тебе отвечаю. Так, давай на пулю. Талдара. Давай Геру, шаман. Валанара играем. А где сферы появляются вообще? Как они появляются? Ну, рандомно. Они вон слева от тебя. Слева от тебя сфера собери. Ага.
Тебе минимум 3 сферки надо. Ты это кровавая, которая поэтому. Что это, блядь? Возьми кровавую штуку, которая в АОЕ бьет. Ага. И ей там типа раз и. Ну, приманил. Ой, бомба. Сверка на сцене, блядь. Все, стоим, курим, никто не. Она в ебенях. Я уж тормоз. Заби на нее. Блядь. А что это такое было? Тебе вихрь откинул. Меня никто не откидывал, меня убило, а. Давай упадем, тебя вихрь откинул, тебя убило. Да как меня откинул? Ты посмотри, где я стою, я где. Падайте. У тебя мало сфер было, тебе надо все сферы собирать, не минимум. Три минимум хватает. Ай, ты не шаришь, блядь, с чего ты взял? Ну, блядь, я медведем тупо бежал, не пух. Тем более я медведь, я БК. Не, ну три там хватает, просто смотри, если вдруг пружинка откидывает вот эта хуйня, сферы исчезают на какой-то момент, там 70 тысяч пружка. Меня никто не откидывал, я стоял, я просто сдох на... У меня херак 2 кхп осталось, все. Ну, хороший, лучший просто. Ну вот где категория, там, видишь, должны быть черненькие шарики такие, если вдруг они у тебя пропали по какой-то неизвестной причине, может их кто-то сагрил. Ты мог просто. Давай хоть стоишь на пилисете, Томас, держи двоих. Нет, ну окей. Ну не знаю, как он будет держать двоих. Помянем. Судьба Вовский, надо будет туда достать кровавую. Какую кровавую, блин? Бля, не крови? Может быть, да. Которая по всем вокруг тебя. Ну да. Типа не крови. Детали смерти. Но у меня стоит. Ну, вот ты берешь типа сферку таунти, а того просто стоишь сдалека ледяной штукой. Далека так. Пью-пью. Вот были на нем они, тут показывают по 7 тысяч, потом чё. Ну надо все собирать. Потом, короче, 21 тысяча. Как я тебе все соберу, если одна вообще. Я не знаю, у меня вон двух не хватало, меня там чуть не ебало. Потом 45, потом 40, и мать по нему принесло. И то там 10 тысяч сопрот. Но это один шарик был, скорее всего, либо вообще не было. Один, я на себе один только держу. Второй появился вообще в ебенях. Еще за тобой там на сцене. Понятно, хули. Просто это убил килисет, когда активировался, и все. Зеленку. Ну шотнуло, да, тебя? Ну, я смотрю, у меня 2 кхп. Бах. А, там чаё. Блять, зеленка это одно минус одно копье можно как бы словить. А потом только незыблемость. Ну и захил же. И воля мертвых. Ебать бы тут спасла тебя, пиздец. Шам встал во время. Дайте ребят попасть. Так, кто теперь на этих? Томас на двоих, на пуль на него Толдорам, а не Воларан. Волана. Это же никогда не выговорит в первый раз. Воланар. Толдорам, Воланар. Толдорам, Воланар, Келис. Воланар и Толдорам. Сердолик. Сердолик. Терена. Терена. Кольцо. Все готовы, давай. Мистерию по мне сразу дашь. Отведи его как можешь. Угу. Лучше ты отведи, Тома. Все, стой здесь. Да отведу я, заебись. Будет. Ой, сверка. Раньше набрали. Так, а сфера-то на мне, да? Не трогай ее, массово не бей ничем. У меня разве масуха есть? Не считай, мора, блядь. Так, первую этот шаман уже начал. О, вторая появилась. Рейндж. Иди, эти глупцы. Геру, давай шаман. Толдора мы играем. Ну, ёкинетик. Ну, вы понятно, с шаманом покины. Мы шаманом, королем. Да как? Это вот хуй поймёшь, блин, да?
Нахуливать надо. Хил на втором месте по огробле. О, шаман шикарно, сразу три хуячит. Да, мне походу от вас отвалиться. Кто-то видит? О, третья за спиной, я эту подобью. Точечных телесах. Хотя не играть вообще. Стойте курить. Ждите, Волара. Блять, Воланара. Как ты говоришь, Воланир? Воланар. Вот, забери сферку с центра. На всякий пожар. Отлетаю, Войт. У меня тут их 4. Зубы есть, слышь? Прожмись. Томас, прожмись. Воланара, играем? Бегите, глупцы! Вихрь же! Ёпта, ну шо это, блин? Вы чё, не следите? Так, этот кончился. А, вон, а давно есть. Вон три шамам реально удобно, блядь. Две успевает. С эпохой? Походу. Если они рядом. Бля, да я вообще кайф. Что у нас как истерия будет, наш? Бегите, глупцы. Блять, я вообще почему-то в Воланара целюсь. А, я бегу, шам. Ну, у нас? Дал, дал, вот только хотел. Это скучный так, босс. Блин, это самый топовый. Гери поинтереснее. Вот когда все знаешь, да, твыся, все скучно. Ну, я и так-то целка терпеть не могу. Тут ну, почему на мне крестик, блядь? Контром сюда. Бля, туда все сферы сейчас. Да, да. В льду я готова ходить каждый день по 10 раз. Толкает это босс. Голодно, неприветливо. Музыка стрёмная. Какая музыка? У тебя там еще и музыка играет? Ну, музыка на... Танки хуёвые. Вообще еще какую-то музыку в данжон. Ой, ты можешь как-то сверху отвести телеса? А то у меня кошку колкнет, ты пизда. Блять! Вот это я ошибся. Можете ворваться в телесета, милик. Блять, ну гарга это конечно зря, но ладно. Надо было гаргулю на эту хуйню вставить. Она рандомно атакует. Ну, пусть рандомно атакует эту хуйню. Свечнулись. Там справа сейчас упадет сверху. Бегите, глупцы! Стоит? Добиваем, где этот хуй активный? Да вон они здесь все. Ой, активный уже. Отряд не заметил потери бойца. Жезл багровый кровь. Блин, все нереально, один день. Видите, тканевых. Что за бред? Смотри, как я сдох, как протухшая селёдка просто. Ты видела, как я лежал? А, как... прям в этот момент пенанс тебя кастовала. А там какое-то, ну, непонятно. Это, ну, это баг какой-то. У нас был баг, и мы его придержали. Треугольник, луну напугайте там, или шаку, а в череп играйте. Вижу эту трэш, ненавижу. Ненавижу, блять, цыган. Я тебя ненавижу. Целка ненавижу. Да изи. Большой, изи, так, прикольный, понятно. На два дня, блядь. Кучнее, сходите, пожалуйста. Мы не можем. Народу мало, музыка не очень. Потом по трусам сыгрались. Столько раз сюда ходил, было намного лучше. Но сегодня как-то не удалось.
Единственное, вот я только Лану, наверное, люблю еще. Я Синдру Лича люблю. Профа, Лану. Я Синдру не люблю. Нет, я Лану. Ну, еще же Синдра будет. Ё-ё. Блять, в расшмотании это нахуй, там вы обосрётесь, мухи. Да. Сопрот, блять, ну. Трогенный нахуй. Не, ну если хотим убивать, то придется. Конечно, урон у нас нормальный, но, блядь, танков. Тащите урон. Сыграйте в рыцаря, потом в бабку. Бабка нейтрализована, нахуй. Заберите с роли, мне пизда сейчас. Копченый, моченый. Ну я сейчас шакл сбил. Сыграйте в бабку. Не, я... Ну вот цепи вот эти ебаные сбил. Рывком своим бежим. По-геройски просто. Ну сейчас уже не могу, блядь. Ну, смотри, вон тот моб кастую, сейчас шаклы будет давать, сейчас я хуяк. Опа, какой, смотри. Блядь, давай. Ну давай, блядь. Видишь, он даже боится. Не кастует. Че на мне какая-то херня синяя? Ну, ослабляет. Давайте тащите кого-нибудь сюда на лестницу. Бля. Ну че мне пинать? Видите, на мне, блядь, это маска. Ну сука! Я вас жопу. Рот там. Усиление магии. Че на тебе маска? Ну, блядь, это сферка ебаная. Она здесь уже не работает, в той части. Что она дает? Урон повышает на 100%. Дабл дэмэдж? А вон. Будем тут трэш. А еще кастер кастрюлю. Давайте тут трэш убьем, забагается нахуй. Ну ради боешек я бы убил, конечно. Он пошутил, мы его не бьем уже. Не двое придумал, что там. Профиксили. Кто придумал? Вэл, ты будешь с правой стороны, на всякий случай перестрав. И Кулберт тоже территориально, я ты справа. Кулберт, ты здесь как, ты знаешь? Понял. Том зевнул? Смотри, Кулберт, если будут на тебе роящиеся тени, я буду говорить, тени там 2 секунды, или назову твой ник Кулберт, ты должен смотреть, вот представь, что здесь босс стоит, ты его стоишь, хуяришь спину. На тебе тени, ты такой хуяк, побежал к спине, разлил эту лужу и бежишь. Там еще экран обвиняет по краям. Вспомнил, по-моему. Укусы раздавать, помнишь, да? Укуса у него не будет, этот забей. А, смотри, если у тебя вдруг будет красная нить такая, тебе нужно будет с этим человеком сбежать. То есть здесь ничего сложного нет. Ждем Юлю и пуляем тогда. Первый укус, скорее всего, будет у Вара. Потому что я буду напуливать, Вал тоже будет напуливать. Вар, ты тогда укусишь Ханта Альфреда. Потом, Вар, ты кусаешь меня, Альфред кусает Шамана. Шамана, Вар, услышали меня? Шаман? Погоди, он тебе еще ничего не говорил, что ты... Ты пока никого не кусаешь. Вал, ты услышал, кого ты кусаешь? Да-да, шаман. Шамана, да. Шаман, тебе повезло. Ты это, мука, до рейды будешь водить, надо будет скооперироваться как-то, чтобы я тоже иногда приходил в твои рейды. Окей. А то, что мне десятки тоже нужны будут там. Да у меня, считай, что 3 танка, вар, ДК, Мишка. Ну, Мишка, вот ДК, считай, вот эти 2 танка, на них можешь рассчитывать. Ну, вар, мне вообще никуда не приперся, на самом деле. У меня вар, так... А я брал квест на профа, нет? Хорош. Фух.
Я думал, что... Смотри, Саху, потом ты укусишь Шреддера, я укушу медведя. Вэл укусит... Кто там еще остался? Тви, шаман укусит Адхилей. Но я надеюсь, до этой стадии не дойдет, поэтому... Да 8 будет укусов. Первый укус, и главное, смотрите, я не знаю, кто первый укус на самом деле заберет. Поэтому кто первый заберет укус, кусает Альфреда. Если это вдруг Альфред, то Альфред, ты кусаешь шамана. Потом шаман кусает меня, Альфред кусает сам. Там уже... У тебя же на пол... Сколько? 6 секунд, да? При взлетке босса и Юлиски. Да, Юля знает, даст себе антигера и мазу. Поехали в центр. Да, поехали. А раньше не забывайте держать. Погнал, Томас, истерию не забудь. Это было все, держи тут. Ну, вар. Вар, ты кусаешь Альфреда, сбежали. Здесь, да, пожалуйста, спасибо. Стоит там, кромсает, я пью. Тени 5 секунд. Отхиляй. Да. Чуть-чуть правее мильки сместитесь на сеть. Ты. Чё это так меня ебашит? Хилаж упустила. Ой-ой. Тени 3 секунды. А кого укусила-то? Частица на ком. Отхиляйка. Танки прожмитесь, хил бегает. Отошли правее. Отведите босса. Отведите босса. Лужи стоит. Все, пизда. Понятно, и выйдем. Или диван давайте. Как-то убегать. Танки, выпивайте нахуй сразу за ход. Товарищи, у нас вообще хила не хватает. Давайте, я зайду. Не надо заходить. Сапрот сейчас я выпью и все. Я вижу, что у нас просто хила не хватает. Сапрот здесь. Потому что два раза хил бегал, поэтому нам и не... Угу. Отхилять курорты не стоит в милизоне? Нет, все сапрот пьют. Достану этот срез. Хуёво. Да ни у кого нет этих сапротов. Нахрен. Не повезло. Блин, ты кого достанешь, то кого достанешь. Не, я говорю, на банан достану. Ну вот я тоже говорю. Ну да, два раза. Шаман, у тебя есть аршам? Ты бы отхилила, да, Юля, если бы хилила паладином, да? Я не знаю, но я тут хилила, я только паладином хилила, и при том... Да, давай, шаман, на лану спекнись, варшаму, три хила. Я сагрю, Клубер, вставай. Клубер, вставай, беги. Спекнись. Сейчас все придут. Там как бы можно было, блядь, захилить, просто, ну, есть такая хуйня, ну, первую ты вынес, да, глыбу? Есть флешка, есть этот, кто он, Шок Небес, ебанул, костынул свет, ну, по танкам. И потом, есть и вторая... Я бабл жму и все. Бабл, ну вот вторая кидается, бабл ебанул и все, блядь, спокойно. Я, короче, на пуле вот не буду, был ты в соло на пуле, я попробую первую пул забрать. Да я могу все на... Нет, тогда я сорву нахуй. Ты тогда на меня на пуле. Тогда ты будешь первый. Нет, я буду на пулю. Почему ты? Я на пулю, ты в меня на. Че говоришь? Чего еще я на пулю? Где ты меня жалеешь на паладине? Ты че, почему не заходили? Ну а зачем? Мы и так справимся. Хила, да? Зловато. И КД жалеет тоже. Мы потом пойдем еще. Три справимся, конечно. Да и два бы справились, но пусть три. Ну как-то просто поактивнее хилить надо, не знаю. Но нам не повезло с тенями. Просто не повезло с тенями два раза, и все. Ну, бабл есть такая штука у паладина. Ставлю рыбу.
Вара, дойдись. Даже можно хилить, когда тень не выносишь. То есть пробежал, кастанул, свет в себя шок и дальше несешь, выносишь. Пиздец. Танки просто без хвату. Я люблю захрипала Лани. Вообще Лани самый классный босс. Дайте лапку. Арче на пол напал. Пулять. Истерию только не забудь, по-моему. Понял, бар сорвал. Нет. Пока еще нет. Сейчас ты сорвешь. Че, маленький ему получил укус? Да. Ну вот. Кусай, блядь. Я валу. Шреддер побежал. Вал, ты также укусишь тогда Шреддера, а я Саху. Сбежались. Самый изи босс сделал там как-то. Тени 3 секунды. Саху. А тут никаких стаков нету, так по один и танкуешь, да, все время? Просто один держит зеркало, а второй что? Ты получаешь урон. А в меня приходит этот урон от тебя через зеркало. А, я понял. Сахо. Вэл, ты Шреддер, он будет в милизоне. Сбежались. Юля, антифер себе. Саху побежал. Зубы есть, можно по нему. А, у него антифер есть. Нажми. Прожимку Томаса дай. Так, а Шреддер сейчас где? Через сколько укус там? 20 секунд. В милизоне он будет. Тени 3 секунды. Бежали. Малик ему. Я снял. А, кошем, типа, можно? Там, о, Вэл, кусай. Да, он вон справа с крыльями. Ты укусил. Томас как стерей будет. Угу. 6 секунд. Что-то у нее тоже таргет баганый, блять, она поворачивает. Ты ману залил. Слирс. Вэл, ты кусаешь Тви. Шреддер, ты кусаешь Вайта. Саху, ты укусишь Клуберса, я укушу второго хила. Вроде никого не забыл. Тени Слирс. Да, таргет тоже баган. Вертит мокрит на всех. Нет, нормально. Своим таргетом разошлись укус. Тебе Зевс бежит, Тви. Че, возьми статис. Антифир, если есть. Куда? Мастера аур на тьму, да, и по один.
Прожимка есть. Убрали. Надеюсь, все укусы раздали. Мне дали. А мне укусы. Спокойствие от Мишки, блядь. Геру, давай шаман. Вы шамана кусаете и Клуберса. Уже не надо. Тенья, Клуберс убежал. Убежал. Хуя, ну, хуя, блядь. Пиндов наелся, что ли. Ну чисто живу. Мотороллер. Ну что, сейчас на драконику? Жень. Че, Клубер, заберешь шею? На дракониху идем? Да. Все тогда. Блин, если мне. А у тебя какая? У тебя с острова-то нет, твоя лучше. А, нет, нет, тогда нет. С острова лучше, она прок дает. Не-не-не, ну либо распыляй, я не. Бля, да? Где моя псина сейчас соберет пол? А, я не знаю. Если бы у меня была с острова, я. Ну, если не с острова. Мне на коте просто висит 26-я хуйня. А, насилала. Спекайся обратно, шаман. А хотя нет, останься. Он только спекнул. Но у нас танки не такие толстые, я боюсь, медведя очень больно прошибать будет. Да нормально. Че, пойдем пулять? Стой, не пуляй, по одному тащи сюда, охотницу, тащи. Ну, сука. Я угораю, когда шус, сука, такой. Клуберс, вторую охотницу притащи сюда. Заберите сроги, сейчас расстреляйте. Следующих тащите. Полководца притащите в центр стоит. Конец света, что ли, начался? Да. Чё за хуйня? Иди сюда, мерзавец, на меня, да. Дам дизарм. В остальных уже вырваться можно. Врывайтесь. Хочешь, я пульну тебе? Не, остальных не надо. У меня собака. Хочешь, я, говорит, тебе пульну? Да бля, да что за хуйня ты, ёбаный? Чем я собак? Пена ДКшник. Пускай я докачаю за следующий ЦЛК, колечко. Ну вот у меня с нуля 2000 уже репы, где вот 6000 прокачивается, уже 2000, это уже 5000. Не осталось. Не осталось 2500 репы. Лучницу отверните, главное, залейте в петру, значит. Две с половиной будет 277. Сейчас охотницу первую залейте. Понял. Массагро, да и его. Да и стерею Томас, если есть. Блять. Успел? Да. У меня какое-то изгнание. Я да. Сорвал, если что. Я сорвал. Так, и что у нас там потом? Дракончик, по-моему, что-то. Еще один дракончик. Сейчас дракон, потом Сендра и Лич. Сейчас дракон.
потом еще до теории был, скорее всего, ты зайдешь на синдру. Ой, нет, на лича за своего ДК, чтобы тебе закрыть лича. А Томас зайдет тогда на лоб. Ну, отлично. Ну, у тебя как бы и ДК потолще. Давай, блядь. В принципе, ты можешь и на синдру зайти ДК. Не-не-не, РДД, ну, так у нас в РДД. Бля. Я за лоб не особо хочу выходить. Но походу придется. Время без 10.5. Без 30 РТ. Мне еще надо полчаса времени. Ну сейчас мы можем валю и потом сделать ро, а вечером пронести после РТ. Да, согласен. Отдохнуть. Когда я буду